Привет, друзья! Видео из серии «Инструменты своими руками». Делаю очередную отвертку для работы. Вроде бы нормально, не мотыляет. И это радует. Почему-то все заводские отвертки мотыляют. Или почти все. Сейчас мы зажмем вот здесь и сделаем радиус. А здесь зажать не получается, потому что не входит в патрончик. Значит, нужно что? Нужно сначала проточить по наружу. 1,5 миллиметра снимем. Сейчас зажмем и подожмем центром. Ну-ка, ся. Немножко так не попало, немножко так снова чего-то куда-то не попало. Так вроде бы нормальненько зажали, подожмем и вперед. Подожмем задний бабасик. Добавим оборотов. Вынимаем. Отжимаем. И зажмем вот здесь. Сейчас установим рессодержалку с другим резцом и сделаем радиус. Это снимаем, а это установим. Зафиксируем. Поехали. У нас получилось нормалек, потом полирнем и будет все окей. Теперь сделаем конус. Отжали другим концом и вперед.
состоять. Смотрим, что у нас получилось. Вроде бы неплохо. Теперь шлифануть, полирнуть. И покрыть лочком. Ну, может быть, еще вот здесь вот немножечко пройтись резцом. Самую малость. Потому что, когда буду шлифовать, дерево уйдет немножко ниже. Немножко глубже. Вынимаем то, зажимаем то. Нормалек или еще немножко здесь пройтись? Я думаю, нормалек. Теперь лочкумс. И еще один слой. Долго сохнет, но крепко держит. Двойное покрытие за ночь просохло, но не полностью. Нужно, чтобы полежало еще хотя бы дня два. Ручка палисандр. Эбонит, кончик стальной, кончики с барахолочки, прошли термообработку, то есть пожар, ручки сгорели, а рабочая часть осталась, рабочая часть не пострадала, есть такие, и всего-то по 10 гривен за штуку, есть вот такие, 6-граммные. Удлиненная, да, здесь видно, что маленько перегрелась, но это не страшно. Мне иногда в комментариях пишут, что я делаю неправильные ручки, что ручка якобы должна быть рифленая. Это не так. Рифленой ручкой работать не очень приятно, скажу я вам по секрету. Работаю такими много лет, примерно такая же, ни разу не провернулась. А работать такой ручечкой намного приятнее, чем рифленой. Так что как-то так рекомендую. Кто не пробовал, попробуйте. Такими ручками работать одно удовольствие. Для работы то, что надо. Есть вот такие, есть поменьше. Вот это еще предстоит полакировать. Ну, как-то так. И на этом мы закончим. На сегодня все. Всем, кто смотрел, спасибо. Ставим пальцы, пишите комментарии для поддержки канала. И всем пока!